Так, всем привет. Очередной вечер после работы. Сегодня займусь тем, что буду дособирать гирлянду освещения. Как я говорил, что не только фитолампы я буду использовать, но и обычные светодиодные. Я вам уже несколько раз их показывал. Вот они, 100-ваттные. Тут у меня лампа, у которой спектр смещен в синюю сторону, 6500 кельвинов. И тоже вот светодиодная, тоже 10-ваттная, но спектр смещен в красную, у нее мощность поменьше из-за этого. Вот, собираюсь их использовать в качестве освещения. В силу того, что, ну, как вы знаете, сейчас эпидемия коронавируса, и мои посылки из Китая очень сильно притормозились, то есть я заказал там ленту светодиодную уже полтора месяца назад, но ничего не пришло. Поэтому будем собирать с вами такую вот гирлянду. Все достаточно просто и дешево. Такие лампочки стоят за 10 штук 1300 рублей. Далее я напокупал вот подобных патронов в Максидоме. Патрон стоит 13 рублей. Есть более дорогие версии за 45, но я не знаю, подошел к прилавку, в какой-то момент увидел, что вот появились какие-то китайские патроны за, собственно, 12-13 рублей. И я их взял. Плюс данного патрона заключается в том, что вот в отличие, например, от таких, у меня тоже есть Е14 такого формата. Даже я найду его тут, или ну, где-то он у меня там валяется. Здесь проводка, она хотя бы скрывается за вот такой колпачок. И дополнительный плюс в том, что эти патроны сразу предусмотрены для создания неких гирлянд, то есть последовательных соединений. Самое забавное, я посмотрел видеоролик на YouTube по поводу того, как подцеплять провода для данной гирлянды. И как бы неудивительно было, распиновка этих проводов в видеоролике, я не знаю, может, лампа совсем другая, но она была неправильная. То есть, если бы я подключился по той схеме, все привело к короткому замыканию. Поэтому, я не знаю, доверяй, но проверяй. Я взял, пожертвовал один патрон, разбил его молотком, посмотрел, как там идут пины и контакты. Почему я вообще подумал это делать? Ну, потому что я заглянул внутрь и увидел, что действительно никак не может эти контакты подходить по представленной схеме. Поэтому решил убедиться. Также можно ничего не ломать. У меня вон валяется тестер, которым я проверяю на короткое замыкание. Им тоже можно просто прозвонить, посмотреть, что в схеме без подключенных лампочек все работает хорошо. Ну так вот, давайте приступим к сборке. Как я сказал, 1300 рублей у нас стоят лампы, патрон 12 рублей. То есть нам, например, на 1 квадратный метр необходимо светить, поскольку сколько я в интернете видел, 150 ваттной лампой. То есть, ну, делайте расчет из этого. Это, то есть, минимум необходимый для освещения растений. Что, как мы собирать будем гирлянду? Ну, просто берем обычный провод. Провод стоит что-то там 300 или 400 рублей за 20 метров. Вот я его подготовил. Ну и можно его на самом деле оловом, да, схватить, чтобы он как-то, может быть, лучше не распутывался. Но я этого не делаю, я просто беру, просовываю здесь данные контакты. Ну и данный патрон отличается от каких-то других тем, что тут не надо никаких там отверток, ничего. То есть фиксация происходит автоматически. Это, наверное, и плюс, и минус. То есть просто берем контакты и вставляем в эти отверстия, и они автоматически зажимаются. Вот. То есть, без каких-то усилий
Взяли, вставили и защелкнули. В целом патрон готов, собран. Я вкручиваю лампочку, ну и так далее. И вот так вот собираем каскад, гирлянду, которую дальше используем для подсветки.